кто не быдло и стоит труд? 30 тысяч долларов стоимость одной почки. У нас их две. Получается 60 тысяч долларов. Да? Сколько печки стоит? Сколько стоят легкие? Да? Желудок, само собой. Стоимость одного яичка 1,5 ляма. Целых их два получается 3 миллиона евро. Там счет уже идет чисто на миллион. А уж о том, какую пользу человек приносит за время своей жизни, эта сумма исчисляется в триллионы. Как минимум один человек. Вот если посчитать, вот ты навскидку, Андрей Геннадьевич, вот какую сумму зарабатываешь? Вот начиная 300 лет, это получается, если эту сумму зарабатываю за год умножить на 40, это получится примерно сумму, которую ты заработаешь за время своего труда в целом за всю свою рабочую карьеру. Ну, не знаю, 1400, я думаю, зарабатываю. Вот. И теперь умножь эту сумму на 40. Витек, 400 тысяч умножь на 40. Пошел вычислительный процесс. Давай, это у тебя профессиональное должно быть в твоей игре. Красавчик, слушай. Че творит, а? Че творит? Так, а теперь 400 тысяч умножь на 40. Ну, это элементарно. Ну, давай. Я знаю, что элементарно. Сколько будет 400 тысяч умножить на 4? Скажи мне. 4 на 4 – 16, давай. Я облегчу. Да. 7 нулей. Так, ну, кто мне конечный результат выдаст? 140 миллиардов. Все, посчитано. 140 миллиардов? Да. Что-то, по-моему, не так. Как? Отойдите, а то вот. Главное, чтобы не улетело куда-то, а то я потеряю свой нож. Хорош! Не потерял нож, это уже очень хорошо. Так. Это экс-военный в отставке. Херово. Надо, чтобы нож никуда не улетел. Так. Есть техника безоборотного метания ножей. Сейчас он покажет. Парам-парам-пам. А-а. Опачки. Теперь я знаю, почему я могу пострелять. Отлично. Кормушка. Ты что хочешь бедных птичек голодными оставить? Ну, ты ничего, животер, а? Ничего, до зимы далеко. Своя технология, я, пожалуй, сзади стану. Да. Так, на. Снимай. Стоп. Дай-ка я. Только не сильно мечи, а то я потом не найду. А? Чё? А где? Да. Ни хрена себе. Пойди. А? Это... Ну чё, а? Вот это поворот, конечно, ну я такого не ожидал. Кто это? Кто повторит? На, держи. А? Я красавчик. Я красавчик.
Собственно. У него профессиональная. Ну что, кто вот на таком же уровне сможет воткнуть? Ты не так. О, не-не-не-не. Вот, вот. Вот я так стоял, и вон туда он попал. Я туда точно буду, я потеряю машину. Ну ты постарайся, постарайся. В твоей руке не было уверенности в себе. Вот то толстое дерево, там вообще идеально. Пошите лучше туда. Там будет это отсвечивать. Все понятно. Может быть я. Вот тенечек встань. Может быть, это как говорится, я. Это как говорится. Вот так это делается. Так раз, вот так два, вот так три. Все. Молодец. А теперь еще дальше. Беру теперь вот так вот. Вот так вот. За эту. Вот отсюда надо метать. Он сейчас, наверное, не воткнется. Угу. Потому что из такого расстояния я еще не освоил. Так, стоп! Давайте это. Стоп. Так, бери нож, сейчас тебя замотивирую. Надо, как говорится, уверенно кидать, вот как я кинул. Смотри. А теперь представь, что там мерзкий, нехороший фашист на тебя бежит с оружием! Все. И его оглушили. Твою мать, да не я же фашист! Центр тяжести. Так, ну-ка. Дай мне один нож. Положи. Блин. Витёк, нет, ты... Твою мать! Дай-ка я попробую. Ну, я надеюсь, не сильно высоко воткнется. Понятно. О, ты лучше так не кидай. В тебя не попадет, а вот... На! Так, на. Метатель. Снимай этот процесс. Ну что ж. Киллер-убийца. Отскочила. О, близко. Ну, даже воткнулась внизу, правда. Ты сильно-то можешь не метать, она и так воткнется. А? А? Ты понял, да? Ты подожди, не вытаскивай. Попал, сразу же. Ну, давай ты попади вот отсюда, а? Ой, злом. Я тебе говорю, что я. А теперь найдите остальные. Нет, извините меня, ты слушай, парни, да. Меня даже вот здесь попало. А второй где? Ой, третий. Да вот. Сейчас Миша мастер-класс покажет. Давай. Миша, давай. На, только ты снимай, а то я должен следить за Мишей. А, за Мишей, да. Так, стоп, вот еще, стоп, шаг. Вот, примерно отсюда. Техника безопасности, следите, куда отскакивать, чтобы не убил никого. Да. Не, вот. Миша, ты будешь попадать в тот сучок, и у тебя не воткнется. Миша, погоди. Целься правее сучка, иначе, короче, ничего у тебя не выйдет. Хотя ты немного ближе, ладно, хер с ним. Тебе как самому младшему скидка. Опасно. Где-то там он воткнулся. Что, есть? Не воткнулся там? Добыча? Собственно. Вот. Вот так надо было. Так, окей. Ну тут да, как-то вот так вот. Куда-то вниз, сюда упал. На соплях. Он воткнулся. Вот. Кто кидает? Кто кидает? Вот тут он воткнулся.
А бутылку мы не будем кидать. Мы ее куда-нибудь поставим. Так, куда в кусты? Да, кидай. А мне куда? О, опасно. Так, все, короче, с ножами закончили. Сейчас переходим на оружие в этом плане. Так. Ищи нож. В кусты улетел. Нашел в кустах. Так, блин, откройте глаза. Вот здесь вот куда-то. Чем мне предлагаете сейчас видеозапись пересмотреть? Посмотреть, как он воткнулся. Это просто... Так, ладно.